Уважаемые друзья, здравствуйте! Вы находитесь на канале питомника «Хвойный дворик» и с вами Евгений Филимонов. Сегодня речь пойдет о туи Брабант, вернее о изгороди из туи Брабант. Она у нас высажена вон там. Она высажена осенью, поэтому сейчас пройдем и посмотрим. Еще раз напоминаю, что наш канал о хвойных. Я снимаю видео для того, чтобы видели вы, как делаю это я. И там уже ваше право решать, так делать или по-другому. Пройдемте к изгороди. Здесь у нас елочки голубые, опять же прирост, хочу сказать, очень маленький, потому что был посажен осенью, но живая, все нормально, в следующем году даст очень хороший прирост. А это чуть-чуть кривая, ничего страшного, я сажал. Ну ладно, давайте вернемся к главной нашей теме, это изгородь из туи Брабант. Примерно расстояние между ними метр. Если вы хотите сделать изгородь, опять же, какую вы хотите, это тоже надо учитывать. Если вы хотите аллею, то вам надо садить на более большое расстояние. Как примерно у нас посажены можжевельники скальные. Вот там вот вы можете видеть. Но я думаю, я аллею из нее не буду делать, я еще осенью досажу между ними по каждому, а потом обрежу, и будет красивая изгородь. Так, теперь по технологии у нас должно быть 70 сантиметров. 70 сантиметров – это плотная изгородь. Опять вы должны выбрать для себя, или вы делаете аллею, или вы делаете изгородь, которую надо будет постоянно стричь. Я собираюсь сделать изгородь, ее буду постоянно стричь, буду доводить вот до такой высоты, вот как забор даже у соседа. Ну, нам это довольно полегче будет, и у нас забор будет более такой стойкий. Как говорится, туя все-таки есть туя, а не бирютина. Итак, рассмотрим. Так, здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 штуки. Ну, считайте, да, считайте, на 20 метров мы рассадили 22 штуки. У меня уже было видео про эту тую Брабант, когда я сажал ее маленькой весной, а прошлой осенью я посадил ее именно вот в осень. В осень она прошла все. И ледяные дожди, и сильные ветра. То, что сейчас ветер, по сравнению с которым тут был, совершенно не соответствует тому ветру. Это одно. Второе, смотрите, где-то она кривенькая, она выровнится, все нормально. Она сомкнется, как только она сомкнется, я начну ее постригать. Постригать, соответственно, вровень, ну, примерно это будет где-то метр. Метр. Для чего метр я оставляю? Можно сделать больше, но потом ставишь стремянку и лезешь туда наверх. А с метра я спокойно смогу сучкорезом ее срезать, и мне будет довольно удобно и хорошо. Во-вторых, тут провода. Там провода, там провода, там высоковольтные. Не хочу, чтобы она росла до такого расстояния. Я хочу еще сделать вот там баннеры. Баннеры для того, чтобы, ну, было видно, что это питомник. Этой осенью, скорее всего, мы сделаем баннеры, и будет видно. И когда эта туя подрастет, я ее срежу, и люди будут подъезжать и будут видеть, что это питомник «Хвойный дворик». Итак, уважаемые друзья, полив нужно однозначно почти каждый день. Ну,
У нас тут она с осени растет, поэтому позавчера был полив, уже все сухое. Завтра будет поливаться. Все даже очень сухое, я вам скажу. Поэтому про полив давайте я там... Это будет другое видео и другой разговор. Ну, по туи. Почему туя Брабан? Ну, ее все ставят в основном на изгородь. Во-первых, она быстро растет. Ну, так же примерно, как и туя Колумна. Я не замечал разницы между туя Колумна. Просто туя Колумна, она уже. Она идет колонкой. И она идет постоянно вверх. Ее срезать, конечно, очень трудно. Возле мавзолея там туя Брабан, правда, декоративного, какой-то сорт неизвестно. Я сам наблюдал, вот такая вот изгородь. Это не изгородь, это будет считаться уже бордюр. Из этого тоже можно сделать бордюр, но я не буду этого делать. Так, основные враги того, что может случиться с ней здесь. Это же, конечно, наши любимцы, домашние животные. Сейчас пройдемте, да, посмотрим, что там случилось с нашими дальними туями. Здесь постоянно люди почему-то стараются выгуливать собак. Считают, что можно разрешить питомцу погадить сюда вот на растение, и все будет нормально. Вот эти две туи, и, ну, вы не смотрите, что они страшненькие, они обязательно отойдут. Вот здесь видно даже, вот черные веточки, это уже собаки ходили, это однозначно, и с этим ничего не сделаешь. Ну, единственное, если отгонять вместе с хозяевами. Ну, так, в принципе, все. Все, что хотел сказать о туе Брабант. Опять же, это делаю я так. Вы можете рассадить ее на более большее расстояние или на более меньшее, где, чтобы она была плотнее у вас раньше. Если вы хотите аллею, тогда через одну примерно на расстоянии 1,5–2 метра. Она тогда красивее будет смотреться и долго. Ее стричь практически не надо будет. Но учитывайте провода и забор. Здесь она может расти. Там я хочу примерно метр, и не полметра и метр высотой. Ну, что сказать еще. Сеянцев в этом году у нас трехлетка, по-моему, будет в продаже. Но опять немного. Брабант мы не сильно часто сеем. Когда сеем, то или много, или совсем мало. Поэтому... Она вряд ли. С 1 июня, кстати, начинается прием предварительных заказов. И вы можете пройти на сайт и сделать заказ. Так, да. Ты вот сейчас сказал, что хочешь до метра дорастить, чтобы они сомкнулись. Это сколько примерно времени нужно? Ну, чтобы они такими вот стали. Это сколько ждать нужно? Это уже к следующей осени они будут такими. Сейчас хороший полив дайте. Если я поливаю, потому что здесь в теневиках мы поливаем каждый день, а здесь мы поливаем день через день, и хороший полив ей дать, и она пойдет, и к осени она, ну, она и без этого. У нас просто сейчас, на данный момент, нет дождей. Уже с апреля месяца, я не знаю, с 1, наверное, апреля не было нормального дождя. Понимаете? И уже 2 месяца мы, то есть... Полив идет почти каждый день. Уже, честно говоря, устали поливать. Поэтому такая ситуация. Ситуация по поливу. Надо поливать очень хорошо. Это будет отдельное видео. Я буду снимать обязательно. Я не знаю, когда. Ну, в ближайшее время, я думаю, следующее видео выйдет о поливе. Поэтому подписывайтесь на канал. Не забывайте об этом. Так, что еще по туе Брабант можно сказать? Да, она неказистая, смотрится не очень красиво для кого-то. Для меня это туя Брабант, нормальная, обычная туя Брабант. Красивая, она даже в одиночных посадках, если ее правильно сформировать, даже не формируя, она выглядит как конусновидная ель. В размере там у нее 3 метра, как елка, в общем. А если ее заформировать хорошо, то она будет красивая. Ну,
еще... Самый неприхотливый сорт. Что? Это, скажи, когда вот, ты говоришь осенью, да, мы посадили это. Угу. А когда лучше, осенью или весной? Когда лучше вот сажать? Что бы ты порекомендовал? Я бы порекомендовал осенью сажать. Также весной порекомендовал сажать. Ну, то есть, в принципе, я сажаю одинаково. Но это вопрос, Кристин, понимаешь, это тот, который требует отдельного видео, когда надо снимать полностью, когда лучше сажать барабанты. Я, например, осенью сажаю все. Некоторые боятся. Опять зависит от региона. Ну, я потом более подробно подготовлюсь к этому видео и я сниму, думаю. Все сниму, я не хочу больше обещать, будет видео выходить, подписывайтесь на канал, будет все нормально. Так, изгородь по барабанту мы, в принципе, увидели. Почему, еще раз объясняю, я его буду обрезать? Потому что, чтобы было видно вход в питомник. Там будут баннеры, и люди, выезжающие оттуда с трассы Новочеркасской, с М4, которые приезжают, они уже будут видеть, что здесь питомник, хвойный дворик. Ну, елочки, конечно, со временем это все закроют. Ну, 5 елочек, они будут расти довольно долго, поэтому, я думаю, разберемся. Теперь можно пройти. Ну, скальники, давайте еще скальники. Тогда сразу расскажу, чтобы не было. Скальники я хотел сделать аллею из них. Да, действительно, рассадил, они были бы такие, но их ветром так бьет. Я думаю, все-таки обрезать их по метру, досадить еще один между ними. Они сомкнутся, обрезать так, чтобы была ровная тоже изгородь. И опять же, они будут закрывать, если они будут подниматься. Поэтому об этом все в будущем, все вы посмотрите. Опять же, мы будем сажать осенью их обязательно. Их за зиму тоже очень сильно трепали. Сколько мы их равняли в зиму, если бы вы знали. Насчет туи, никто из соседей не верил, что она приживется. Она в апреле была такого цвета ужасного, что на нее смотреть было страшно. Я был уверен, что она приживется и прижилась. Честно вам скажу, поменял одну. Или вот эту, или вон ту, не помню. Какую-то из них. Потому что та высохла полностью. Но это опять же вина наших любимых питомцев. То есть людей, которые выгуливают тут собак. Ну, мы стараемся следить, но там как получается. Ну, можно еще посмотреть с той стороны, у нас изгородь есть. Пойдемте, в принципе, видео растягивать неохота. Я думаю, я все сказал. Какие вопросы будут, оставляйте комментарии, пишите. Я на них отвечу, конечно же. Ну, довольно все ясно и просто. Я опять же говорю, я никого не заставляю так делать. Это делают, это я. Тут у нас туя восточная книжка. Ее обрезать я совершенно не хочу, потому что оттуда вид она не закрывает. Растет она до 3 метров очень долго. Да, там провода, но скорее всего мы оттуда или уберем ее, или обрежем. И здесь провода. Ну, до проводов, я вам честно скажу, ей лет 25 расти. Вот тополь человек посадил, я не знаю, что он с ним делать будет. Там уже провода. Скоро Ростелеком оборуют, соседи прибегут жаловаться. Здесь можжевельник казацкий, тоже посажен он осенью. Эта книжка посажена 2 года назад осенью. Тоже уже особого полива не требует. Мы поливаем ее через раз. Ну как через раз? Раз в 3 дня, наверное. Потому что она прижилась. Ну, заливаем ее очень хорошо. Поливать буду обязательно, сниму вам видео. Казацкий тоже. Сейчас он немного, да, плоховат. Ну, так выглядит. А на следующий год, вот поверьте мне, он тут разрастется очень хорошо. Его тоже формировать надо будет. И тут он будет высоким, красивым. Я знаю, что говорю, потому что там у меня тоже один можжевельник сидел. Ну, он не то, что сидел.
Так, и обязательно поливаем не только под корень, конечно же, под корень заливаем очень хорошо. И по хвои. Тем более здесь среда такая, что здесь машины насыпаются и пыль постоянно стоит. И каждый день их практически от пыли надо освобождать. Но если так посмотреть, вот уже наблюдается довольно красивая картина. Это еще не конец, это еще все в будущем. Но вы видите, вот эти 5 елочек, они будут сателлитами на этой территории. Там будет изгородь из Брабанта, там тоже изгородь будет, и довольно красиво. А сюда я хочу там, ну, то, что я хочу, я потом вам покажу. Ну, знаешь, Жень, мне кажется, самый сейчас вопрос, почему именно из Брабанта? Там Брабант, там вот Туя. Но это туя западная, то восточная. Конечно же, в северных регионах лучше западную сажать. В южных регионах тоже. У меня все изгороди, вот где дома я живу, все из восточки. Я не делаю из Брабанта вообще ничего. Если вы находитесь дальше Воронежа, ну, желательно садить, конечно, Брабант. Брабант, Колумну. Ну, смарагд не идет на изгороди, смарагд идет на аллее, его, потому что он плотный, красивый, более декоративный, он смотрится хорошо так. А на самом деле, ну, его не режут. А брабант можно резать, формировать и делать с ним что угодно. Ну, все на этом, друзья мои. Видео подошло к концу. Подписывайтесь на канал. С вами был Евгений Филимонов. Всего доброго. До свидания.